Растет число жертв и авиакатастрофы под Игаркой. Сегодня ночью скончался 11-й пассажир вертолета Ми-8. Напомню, воздушное судно рухнуло в четверг в 2 километрах от Игарки. На борту находились 25 человек. 10 погибли на месте. Это пассажиры и 3 члена экипажа. Всех пострадавших спецбортами МЧС привезли в Красноярск. 8 человек сейчас в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 6 в различных отделениях краевой клинической больницы.